Первое. Сметный расчет по муниципальному контракту номер 2177-75 от 3 декабря 2013 года на выполнение подрядных работ по ремонту помещения актового зала МКУ Управления образования молодежной политики города Верска, Новосибирской области, расположенной по улице Горького, дом 7, по объемам и видам строительных работ не соответствует объемам и видам строительных работ, содержащихся в сметном расчете, аукционной документации и перечень несоответствий представлен в таблице номер 1 исследования. Разницу между сметными расчетами, представленных на аукцион и к муниципальному контракту, составляют многочисленные несоответствия в виде изменений стоимости материалов, объемов и видов строительных работ, различий в системе налогообложения. При этом стоимость сметного расчета по муниципальному контракту соответствует сметному расчету, представленному на аукцион. Второй вопрос. Сметный расчет по муниципальному контракту номер 2145-79 от 25 ноября 2013 года на выполнение подрядных работ по ремонту помещения административного здания по адресу Новосибирской области, город Верск, улица Карла Маркса, 6, по объемам и видам строительных работ соответствует объемам и видам строительных работ, содержащихся в сметном расчете аукционной документации, не соответствует по стоимости. Стоимость сметного расчета, представленного на аукцион, должна составлять 1 956 760 рублей 96 копеек. Стоимость контрактного расчета 1 724 782 рублей. Уменьшение стоимости осуществлено за счет различных систем налогообложения и составляет 131 978 93. Снижение стоимости контрактного сметного расчета достигнуто за счет изменения содержания расценок, удалены ресурсы, изменены стоимость материалов и так далее. Третье. Выполненные строительные работы по внутренней отделке конструктивных элементов помещения актового зала МКУ Управления образования молодежной политики города Верска по улице Горького, дом 7, выполнены в пределах нормативных требований, предъявляемых к качеству выполнения строительных работ. Четвертое. Составленные сметы к заключенному муниципальному контракту номер 214-579 от 25 ноября 2013 года по ремонту помещения административного здания по адресу город Верск, улица Карла Маркса, 6, и акты выполненных работ по ремонту указанного помещения не соответствуют фактически выполненным работам. Стоимость некачественно выполненных строительных работ по административному зданию номер 6 по улице Карла Маркса города Верска составляет 28 558 рублей 46 копеек. Стоимость невыполненных строительных работ по административному зданию по улице Карла Маркса города Верска составляет 89 570 рублей 53 копейки. Стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту номер 217-775 от 3 декабря 2013 года по ремонту помещения актового зала МКУ Управления образования молодежной политики по адресу Новосибирская область, город Верск, улица Горького, 7, составляет 632 401 рубль 27 копеек. Шестой. Стоимость фактически выполненных строительных работ по административному зданию номер 6 по улице Карла Маркса города Верска составляет 1 324 169 рублей 94 копейки. Седьмой. Перечень фактически выполненных работ по ремонту помещения актового зала МКУ Управления образования молодежной политики города Верска Новосибирской области по адресу город Верск, улица Горького, дом 7, соответствует перечню работ, указанных в сметном расчете и актов по приему выполненных работ. 8. Несоответствие между фактически выполненными работами и работами, указанными в сметном расчете и в актах приемки выполненных работ по ремонту помещения административного здания номер 6 по улице Карла Маркса города Верска не могут образоваться под воздействием естественных природных факторов.